эксцентриссимо. Застрять в очереди, бегать по кабинетам за подписями для рецепта, познакомиться с больничной столовой и вежливостью – удовольствие сомнительное. Но в мире богатых такого и не бывает. Хотя они тоже болеют, как бы не пеклись о своем здоровье. В Европе давно строят больницы для миллионеров, куда наши тоже приезжают подлатать себя. Индивидуальные палаты с мелочами на все случаи жизни. Халаты-ночнушки и удобные тапочки. В коридорах бесконечный кофе-брейк с круассанами. Самыми фруктами. Кровати, похожие на достижения космической индустрии. Телевизоры, интернет, персональные медсестры довольны жизнью и потому вежливы, только успевая отказываться от предложений помощи. Правда, пищеблока нет. Обеды, ужины прямо в палату приносит личный официант. И уж точно на его столике никогда не окажется безвкусной каши, признанной у нас самым действенным помощником в выздоровлении. На процедуры возят прямо в кровати. Удовольствие денег стоит 750 евро в день. Среднестатистическому кировчанину 2 месяца работать и не есть надо ради такого здравоохранения. Но уж если с ним столкнешься, обидно будет обследоваться за такие деньги и узнать, что ты полностью здоров. Эксцентриссимо.